Привет, девчонки! Сегодня хочу с вами поделиться парфюмерной закупочкой. Сегодня я была на Северном Тель-Авиве. У нас есть такой магазин, где продается косметика, в принципе, люксовая и профессиональная. Декоративка и уходовая. Декоративка есть от MAC, Smashbox, Estee Lauder, Clinique. Что там у нас такого интересного еще есть? А, даже есть парфюмерия Tom Ford. Что у нас еще там есть? Bobbi Brown. Вот. Я не особо там как бы там закупилась только, люди, конечно, там нахватывают на тысячи, но мне этого не надо, как-то, знаете, не хочется нахватывать просто так, быть жертвой коммерческой раскрутки, а хочется взять только те вещи, которые тебе действительно послужат и действительно пригодятся, а не просто так будут стоять с мертвым грузом, вот. Значит, давайте так, начнем. Первое, что мне приглянулось, это палеточка. Вот такая палеточка от Smashbox. Видите, такая она интересненькая, натуральная. Это натуральные цвета и цвета такие нюдовые, натуральные. Значит, давайте начнем swatch. Первое к нему шла вот такая вот. Я уже успела ее помазюкать. Вот. Тут у меня есть салфеточка. Я буду протирать после каждого свотча. И давайте попробуем. Значит, у нас первый есть. Вот у нас такой цвет. И я сейчас вам покажу свотч. Вот такой цвет. Это у нас первый идет натуральный. То есть это все, причем она мне еще понравилась, что можно играть с цветами. То есть, в принципе, палетка как тени, и вы можете кисточкой, то есть мешать, насколько вам больше нравится один цвет или другой, добавить третий. И мне показалось, что она не трудоемкая. Вот у нас второй swatch. Мне кажется, тоже такой. Достаточно натуральная. Забираю руку, потому что протираю кисточку. Так, вот у нас третий цвет. Показываю вам. Более коричневатый. Такой цвет кофе с молочком. Его можно миксировать с первым. Можно вот с последним. Сейчас вам покажу. Так, вот. Вот этот сегодня я нанесла прямо в магазине. Ну, конечно, не со своей палетки, а там можно было попробовать, протестировать, промазюкать. Можно было попробовать на губы. И очень-очень было красиво. Меня даже потом люди спрашивали на улице. Извини, пожалуйста, ну, конечно, какой у тебя цвет помады и какой помады. Вот этот цвет. Понравился очень людям. Так, сейчас еще у нас остались два. Вот такой у нас цвет. Предпоследний. Более коричневый, да? Более коричневый. Ну и последний у нас. Вот этот я уже, конечно, промазюкала. Он мне понравился. Я считаю, что на зимние теплые, на зимние холодные вечера, если вечером куда-то надо выбежать, вот такой цвет будет самое то. Вот, в принципе, все свотчи у нас. Вот такие у нас свотчи. Это палеточка, и она мне обошлась, эта палеточка. Вот у нас чек. Сколько она нам обошлась? Она нам обошлась. Ну вот, вся покупка у нас вышла
159, но это, конечно, не именно эта палетка. Значит, она обошлась, палетка нам обошлась 49 шекелей, когда она стоила 109. Да. Так, теперь идем дальше. Понравился мне вот такой карандашик. Сейчас я вам тоже сделаю swatch. Он более такой как винный, что ли. Грейп. Грейп — это виноград. Вот он такой цвет фиолетовый, темно-фиолетовый. К нему идет спонжик. Днем, конечно, он очень красиво смотрится. Вот это больше не вечерний, это больше дневной. Вот идет спонжик. Видите, так вот можно растушевать. Можете не растушевать, если вам не нравится. Этот у нас карандашик от Clinique. И он нам стоил... вот 29 шекелей. И последнее, что мне понравилось, это, конечно... это был вот этот клинзер. Вот этот клинзер у нас был. От компании Estée Lauder. Я таким уже пользуюсь. Это Клиник. То есть это бальм. Для чего он нужен? Я давно уже перестала пользоваться, снимать косметику. Молочко, лосьон, мицеллярная вода. Я беру бальм. Он как масло. Он растворяет косметику ежесекундно. Это от Клиник. Потом я прохожусь салфеткой. И мицеллярная водичка, чтобы восстановить pH кожи. Все, на этом все заканчивается. И потом уже начинается уход. Ну, естественно, я это все смываю, потом начинается у меня уход. И вот мне девочки посоветовали, сказали, что от Estée Lauder есть тот же самый, один в один, такой же бальм. И я решила попробовать. По составу вроде бы были одинаковые. Но посмотрим, как будет работать на коже. Вот мой от Clinique, он уже... хорошо покоцанный, потому что я люблю снимать косметику, я люблю краситься, а косметику я снимаю только сейчас, на данный момент, только таким бальмом. Я нашла свой способ, как снимать косметику. А это у нас от Estée Lauder. В принципе, иди сюда, а ну иди сюда. Вот. Тот же самый бальм. Все то же самое, в принципе. Не смотрите на этот царапину, потому что это я уже его пробовала. Я пробовала. Да, то же самое, как маслица такое, которое растворяет косметику. И очень быстро, достаточно быстро снимает косметику, кому надо, у кого дети, у кого времени нету. Прошлись потом вот такой салфеткой. И все. И на этом все закончилось, снятие нашего макияжа. Вот такое у нас было видео на сегодня. Вот такое интересное у нас прикупление на сегодня. Кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, тоже ставьте дизлайк. Ставьте свои комментарии. Оставляйте пожелания, что бы вы еще хотели увидеть, что бы вам еще понравилось. Спасибо большое за просмотр. Всех люблю, целую. Бай-бай!